Жесть, он троллит. Не, нормально, слышишь? Красавчик. В нем палец не устал. Мы остановились спросить, может, помощь нужна? Не надо нам помощь. Да не вам, я водитель вот этого на с киевскими номерами. О, отлично, отлично. Глаза мне будете светить или что? Я не могу понять. Хоть увидим вас, кто вы, что вы, как. Говорю, уберите, я говорю, свет. Не-не, номер значка ваш хотим посмотреть. Я говорю, свет уберите. А чего вы так разговариваете? Я говорю, мне не видно. Тихо, ну, руку уберите, не-не, спокойно. Руку уберите. Я не могу понять. Вы... А что сейчас треснет меня? А можно удостоверение? Поставь. Вы документы будете давать или нет? Не-не, удостоверение можно ваше? Я говорю, вы будете документы давать? А можно посмотреть, кто вы такой? Можно, конечно. Скажите, пожалуйста. Какая у вас работа? Где вы служите? Где вы работаете? Я служу на дистанции. Пожалуйста, отойдите. Берите вообще когда камеру. Что сделать? Камеру берите. А нельзя снимать? Нельзя. Уберите. Ой, извините, я не знал. Уберите. Я чуть-чуть, пожалуйста. Ой, пожалуйста, рукой не трогайте. Уберите, пожалуйста, сядьте в машину. 171 статья Уголовного конечно, кодекса. Конечно, хорошо, что вы знаете. Будет обидно, если вы сядете рано, вы еще молодой. Да. Там до 3 лет, просто не хотелось бы, чтобы вы на 3-ку попали. Инспектор, давайте договоримся так. Проверяйте документы. Мы проверяем у вас и едем. Сначала предъявите вы у меня. Нет такого сначала у меня. Да. Предъявите вы у меня. Ну что это такое? Вы проверите у меня документы и поедете. Да, да, так и будет, да. Это будет по-правильному. Давайте вы нам покажете и мы поедем. Не, да, давайте не будем торговаться, у нас не поле чудес. Пожалуйста. Что вы дверь открываете? Откройте дверь. Инспектор, что вы ну, рвете дверь? Ну в чем вопрос? Я мешаю вам? А? Я мешал вам чем-то или немножко что? Немножко вперед. Чего? В смысле? Мы что нарушаем?